Ратибор против нас. Привет. Привет. Здорово. Бою. Да. Ну, карта подгрузилась только что. Против нас Best 17. Нет. Опять будет строить Коля. Дашь троечку к этому? Ты семерочки побеги. Нажимай play, что ты, хозяин? Что? Play нажимай, что? Вы еще не начали, что? Нет, это на карте. На карте. Так а что изменится, если я нажму, не нажму? Ну вон там чел просит, типа, нажимайте быстрее. Ему хочется, чтобы все нажали. Я вообще не нажму. Ни разу не видел, чтобы все нажали. Ну вот он тоже, видимо, ни разу. Ему очень хочется. Типа, когда все плей прожмут, игра начнется? Да. Сразу счетчик на 5 секунд перескочит. А, то есть у тебя уже было? Да. Сколько у тебя боев? Скоро 3000. А у меня 4. Ну, ты невнимательный просто. Нет, но я вот эту вот фигню мониторил. Как сейчас? Ну сейчас я просто понял уже, что бесполезно прожимать play. Когда ты понял? Сегодня? Давно. Ну вот, с тех пор, как ты понял, видимо, оно и произошло. Так всегда случается. Чё, никого? Дефят? Какая же дефин? Чё это за в чате пишет РВ хуесос? Не знаю, спроси у него. Это не наш, это банда Чарли Шин. Это Чарли Шин с викингом прикалывается. Тупорылая. У нас война. Тупорылая стимовская, это клантеговая система, когда каждый может, блядь, как угодно себя назвать. Можно всем, сука, назваться этими Джонами Смитами, блин. А Имперер мистер Андерсон напишет себе. И будем бегать так, блин. Блять. Наткнулся на варвара какого-то пидораса, который в углу карты сидел, покашил. Вот везет же мне. А, ты поверху хотел обойти, да? Типичная игра, реально. В самом углу карты АФКшный варвар сидел. Я мимо приезжал, он сразу проснулся. Перестал быть АФКшным. Засада, блять. Да. Естественно, блять. Куда же еще стрелять? Аж по мне. Меня вот этот штурм крепости так заебал реально, блядь, на фермопилах, блядь, когда одни сидят в ракушке, блядь. Я ник не менялся, ничего, истории ников. Звание Тайсёгуна. Когда Биохаг был. Name.
Робарт убить. Ну, вышел. Кто вышел? Я за Артой. Блять, за мной вышли. Сломал арту. Одну из двух. Хорош. Сейчас убью. Ратибор, конечно, рак. Конечно, рак. Беста 17 вернулся на базу. Во варвары в лесу. Вот я за прощами. Давай, давай. Дерись. Там вроде еще инженеры были где-то. Вот погоняем. Инжи Беста 17 где-то здесь находится. Вон они пришли на базу уже. Кольтроп. Один кольтроп уже кинул. Давай, хозяин. Развернись. Хозяин. Кто? Я просто в трех этих местах. Сложно. Сейчас он развернется, не иди на него. Не иди. Да, не хватает контроля. Пиздец, блять, охуенно вообще игра просто. Значит, ломаю кольтропа, такой ломаю, он подбегает, я понимаю, он кинет еще кольтроп, я начинаю убегать, и вот, вот так получилось, что они умерли от кольтропов, которые они ломали и не доломали. И пиздец вообще, что происходит, как бороться против такого? То, что ты ломаешь кольтроп, а тебе кидает под нос еще один кольтроп. Печаль. Ебаный стыд, это не печаль.